скажи, тяв-тяв-тяв. Что? 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 Вот так! Звери в шоке. С таких гостей голова конская торчит. О, ты что, такой борзой, что ли? Зайдешь? Ну ты наглый. Угостили лошадок соломой с валерьянкой. Чё? Ну, что есть? Яблоками вы уже обожрались до невозможности. Друзья наши. Летние. Летние-осенние. Девочки вон. С ума сходит одна. Истеричка у нас вот здесь сидит. Извелась вся. Вторая скромница наблюдает. О, пришли к ним гости. Ну, вам хоть не скучно сидеть? Ой, Буся в шоке. Идти даже боится. Венза уже пошла знакомиться. Вы чё, это лошади. Вы какой раз будете вот так вот удивляться лошадям? Бороду причесать надо сначала. Конечно. Перед гостями надо во всей красе быть. Бубочка. Пойдем посмотрим поближе. Пойдем. Пойдем, трусварди. Венза, ты чё? Вышла из вольера, сразу замолчала, сразу такая дружелюбная собака. Куда деваться? И кони же стоят, что-то ждут. С собакой хотите пообщаться? С Веней? Соскучились? Ну, вот такой зоопарк мне нравится. Безопасно для всех. Буся, ну пойдем. Им сейчас надоест, они уйдут. Пиши, не бойся. А? Усатая борода. Пойдем. Пойдем, пойдем. Уже мешай не смотреть. Вдруг они перепрыгнут через ваш заборчик. Или снесут его. Сидела за одной вольерной сеткой. А сейчас, блин, за двумя. Смотрит на них и боится выйти. Ну все. Устали. Ждать у моря погоды. И пошли, разлеглись. Опа-опа. Опа-опа-опа-опачки. Опачки-опачки. Вот кто-то крадется на цыпочках. Кто-то на цыпочках крадется. Это наша цыпочка черная. Это наша смелая Бубочка. Понятно. Кони отошли. Можно и это. И поближе подойти. Буся, ну здесь же сетка. Могла бы и не бояться. Привет. Охотница ушла под дом. Где ты там? Ну и чё? Здравствуйте. Ты чё без добычи? Ты чё без добычи? Ой, простите. Жопка леопардовая. А, ну понятно. Скажи, это какая-то туалетная бумага неправильная, неинтересная. Да? Скажи, все салфетки извели в рулоне. Всю туалетную бумагу спрятали. Жуки. Бубочки, нечем заняться. Да, у меня голос. Посмотрите на это. Ой, нам вот после вас что? Дом отмывать с ног до головы придется. Лазучики. Интересно, грецкий орех предназначен вообще для лазания леопардов? В Греции водятся леопарды? О, еще старается там куда-то скакануть.
ветки подрезаю. Садовник великий. Тележечка растележилась. Орехи сбрасывает. Какие-то микроорехи. Здравствуйте. Кидай. Молодец. Интереснее мяча игрушки нет. Ой, какой мячик. У меня сейчас глаза выпадут от такой несправедливости. Ну дай кисю немножко поиграть с мячиком. Ой, вообще. Чудище, ну кинь Вене куда-нибудь. Туда. На мутке сел живет. Как ловко разминулись. Киса грызет бревнышки поменьше. Говорю, давайте играть. Я на это. Молодец. У тебя этот новый вариант когтеточки. Точит когти, пока забирается на деревья. Как же тоже погрызть охота, как Веня. Веня тебя плохому учит. Утро вроде, а так темно. Спасибо. Добрая кошечка. Никогда Веню не оставит без игрушки. А так темно, что аж глаза горят у них. Да. Это шапка футболиста. Это уже не мяч. Такая деловая, все, я распоряжаюсь мечом. И унеслась в неведомые дали Веню дразнить. Венза победитель. Иногда она чистюля, а иногда просто вот что это такое? Почему нельзя вот сесть в чистый лес? Зачем садиться в лужу, Буся? Ведете себя иногда как бомжи какие-то. Венза, прекрати пить грязную. Фу, иди сюда. Что ты? Вы что устроили? Сидим, ждем. Вовочку на дороге и девочки решили усвинякаться вообще по полной. Ладно, здесь машина одна. 1000 лет проезжает. Ой, порося. Ну и что это за хвост вообще какой-то, огрызок мокрый.